Мы на выставке CPM-2019. Здравствуйте, Майя. Расскажите, кого вы обучаете? Я представляю творческую лабораторию «Артизия». У нас проект «Школа искусства костюма», который мы развиваем уже более 10 лет. Это информационно-консультационные услуги для специалистов, которые хотят повысить свою квалификацию, возможно, сменить направление деятельности в индустрии моды. И это система модульных курсов. Она совершенно уникальна тем, что человек может выстроить самостоятельно траекторию своей подготовки профессиональной в зависимости от своих целей и задач, выбирая отдельные модули. Я знаю, что у вас есть какое-то новое предложение для предприятий. Какое? Да, в этом году мы вышли с новым предложением. Это консультации для предприятий, в том числе онлайн, по позиционированию на рынке, по выводу бренда на рынок, по построению успешного бренда и консультации по адаптации модных трендов для своей компании. В основном, конечно, мы ориентируемся на малый бизнес, ателье начинающих дизайнеров. Спасибо большое. Мы обязательно передадим эту информацию и ателье, и дизайнерам. Так что удачи вам и хорошего дня. Вам удачи. У вас замечательная коммуникативная.